А во Владимире спасателям пришлось эвакуировать людей из застрявшего колеса обозрения. По основной версии, аттракцион, который открылся буквально 2 недели назад, сломался из-за мороза. Вечером температура опустилась до 20. По рассказам очевидцев, в момент аварии раздался грохот, потом колесо встало. Его пытались запустить, но ничего не вышло. Людям пришлось провести в кабинках больше часа в 50 метрах над землей. Это высота 17-этажного дома. На место немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения города Владимира. Прокручивая колесо в ручном режиме, сотрудники МЧС вызвали из кабинок 9 человек, в том числе одного ребенка. Аттракцион пока временно не работает. Его эксплуатация прекращена до выявления причины устранения неисправности.